Библейский портал экзегет.ру представляет. Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем изучение книги «Судей», и мы будем сегодня читать 11 главу, где рассказывается о судье Ифае, который побеждает аммонитян, и трагическая история Ифая и его дочери. Ифай, галатеянин, был человек храбрый, он был сын блудницы. От Галаада родился Ифай. И жена Галаадова родила ему сыновей, когда возмужали сыновья жены. Изгнали они Ифая, сказав ему: «Ты не наследник в доме отца нашего, потому что ты сын другой женщины». И убежал Ифай от братьев своих и жил в земле Тов, и собрались к Ифаю праздные люди и выходили с ним. Мы видим, что братья Ифая изгоняют его из дома, потому что он был рожден от блудницы, когда их отец сходил на сторону. И это привело к тому, что он жил как изгой в земле Тов, и туда к нему собирались праздные люди, праздно шатающиеся, возможно, бандиты, мошенники, преступники беглые, и выходили с ним. Что значит «выходили с ним»? То есть они совершали какие-то набеги. Им надо было как-то существовать. Через несколько времени аммонитяне пошли войной на Израиля. Во время войны аммонитян с израильтянами пришли старейшины галаадские взять Ифая из земли Тов и сказали Ифаю: «Приди, будь у нас вождем и сразимся с аммонитянами». Конечно, они могли бы пригласить его братьев, но, скорее всего, у них не обнаружили качеств для того, чтобы быть искусными воинами. На Руси часто встречалось, что разбойников приглашали через покаяние, совершить плод покаяния, воевать на рубежах нашей земли. Например, Ермак. Кем был Ермак? Он был разбойник, бандит. Но ему и его людям дали как бы полную амнистию, и им дали послушание идти помогать семейству Строгановых осваивать Сибирь. Итак, приходят старейшины и просят Ифая: «Приди, будь у нас вождем и сразимся с аммонитянами». В такое время разбойник может сделать больше, опытный в сражениях, чем какой-нибудь книжник. Ифай сказал старейшинам галаадским: «Не вы ли возненавидели меня?» То есть как бастарта, как сына блудницы, «и выгнали из дома отца моего. Зачем же пришли ко мне ныне, когда вы в беде?» Старейшины галаадские сказали Ифаю: «Для того мы теперь пришли к тебе, чтобы ты пошел с нами, сразился с аммонитянами и был у нас начальником всех жителей галаадских». То есть они говорят о том, что наградой для него будет то, что вот когда он сразится, одержит победу, он может стать начальником всех жителей галаадских, то есть его статус будет выше, чем статус его братьев. «И сказал Ифай старейшинам галаадским: если вы возвратите меня, чтобы сразиться с аммонитянами, и Господь предаст мне их, то останусь ли я у вас начальником?» Вот он сомневается в том, что после победы он им может как-то понадобиться. Мы знаем, что новгородцы, когда им было тяжело, они к себе приглашали князя Александра Невского. А когда военные события прекращались, они его изгоняли. И вот
И Фай озадачил себя резонным вопросом, а оставят ли его начальником после того, как он одержит необходимые победы. Старейшины Галаадские сказали Иефаю: «Господь да будет свидетелем между нами, что мы сделаем по слову твоему». И пошел Иефай со старейшинами Галаадскими, и народ поставил его над собою начальником и вождем, и Иефай произнес все слова свои пред лицом Господа в Маасифе. То есть он тоже дал какое-то обязательство, что он будет действовать в интересах этих людей, которые поставили его над собой. И послал Иефай послов к царю Аммонитскому сказать: «Что тебе до меня? Что ты пришел ко мне воевать на земле моей?» Он как бы говорит: у тебя есть своя земля, у меня своя земля. В понимании людей того времени мир существовал следующим образом. Люди понимали, что есть много богов. И у богов есть их любимчики, которые отдают им какой-то надел земли. И если это еврейская земля, значит, Бог евреев дал им эту землю, потому что они его почитают, своего бога. А если это аммонитская земля, у них свои культы, свои боги. И войны воспринимались как войны богов. Поэтому римляне, когда входили там в германские леса, они приносили жертвы богам этой местности, чтобы показать, что они воюют не с богами, а с людьми. И вот сейчас мы увидим, что Иефай тоже так понимает этот мир, в котором он живет. «И послал Иефай послов к царю Аммонитскому сказать, что тебе до меня, что ты пришел ко мне воевать на земле моей. Царь Аммонитский сказал послам Иефая: Израиль, когда шел из Египта, взял землю мою от Арнона до Иавока и Иордана. Итак, возврати мне ее с миром, и я отступлю». Аммонитяне имеют конкретную претензию, что вот была захвачена земля, аннексия произошла этой земли. Если они вернут, тогда будет мир. И возвратились послы к Иефаю. Иефай в другой раз послал послов к царю Аммонитскому и сказал ему: «Так говорит Иефай: Израиль не взял земли Моавитской и земли Аммонитской, ибо когда шли из Египта, Израиль пошел в пустыню к Черному морю и пришел в Кадес. Оттуда послал Израиль послов к царю Идомскому сказать: позволь мне пройти землю твою. Но царь Идомский не послушал, и к царю Моавитскому он посылал, но и тот не согласился, посему Израиль оставался в Кадесе. И пошел пустынею, и миновал землю Идомскую, землю Моавитскую, и, придя к восточному пределу земли Моавитской, расположился станом за Арноном, но не входил в пределы Моавитские, ибо Арнон есть предел Моава. И послал Израиль послов к Сигону, царю Аморейскому, царю Эсефонскому, и сказал ему Израиль: позволь мне пройти землею твоею в свое место. Но Сигон не согласился пропустить Израиля через пределы свои. И собрал Сигон весь народ свой и расположился станом в Иоцаре и сразился с Израилем». Вот здесь мы видим, что судья Иефай неплохо знает Писание, потому что он воспроизводит события, которые происходили в других поколениях. «И предал Господь Бог Израилев Сигона и весь народ его в руки Израилю,
и он побил их. И получил Израиль в наследие всю землю Амарея, жившего в земле той. И получили они в наследие все пределы Амарея, от Арнона до Иавока и от пустыни до Иордана. Итак, Господь, Бог Израилев, изгнал Амарея от лица народа своего Израиля, а ты хочешь взять его наследие. И смотрите дальше. «Не владеешь ли ты тем, что дал тебе Хамос, Бог твой? И мы владеем всем тем, что дал нам в наследие Господь, Бог наш». То есть тогда воспринимали, что это и войны богов. «Разве ты лучше Валака, сына Сепфорова, царя Моавицкого? Ссорился он с Израилем? Или воевал ли с ним? Израиль уже живет 300 лет в Эсефоне и в зависящих от него городах, в Араере, и зависящих от него городах, и во всех городах, которые близ Арнона. Для чего вы в то время не отнимали их?» То есть, если длительное время, 300 лет, вы не выдвигали никаких претензий, то эта земля уже наша. Как 300 лет назад Украина там побраталась с Россией, вот на основании этого текста россияне могут сказать: «Вы 300 лет жили с нами, как братья, а сейчас вот какой-то мятеж устроили. А как это? Для чего вы в то время не отнимали их, эти земли? А я не виновен пред тобою. И ты делаешь мне зло, выступив против меня войною». То есть он говорит, что вот твой Бог Хамос дал тебе то, что он тебе дал. Мой Бог, Господь, дал мне то, что он мне дал. Господь, судья, да будет ныне судьёю между сынами Израиля и между аммонитянами. Но царь Аммонитский не послушал слов Иефая, с которыми он посылал к нему. То есть эта апология, скажем так, она не была воспринята. «И был на Иефае Дух Господень, и пошел он, и прошел он Галаад и Манасию, и прошел Масифу Галаадскую, и из Масифа Галаадской пошел к аммонитянам. И дал Иефай обет Господу и сказал: если ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу сие во всесожжение». С одной стороны, Иефай – это, конечно, ягвист, он все время произносит вот это имя, Господь. Но он разделяет представление своей среды. Экзегеты, ученые пишут, что вот царь Моавицкий принес в жертву своего сына, это мы видим 4 царств 3.27, обычай приносить человеческие жертвы божеству проникли в Израиль под влиянием хананеев, вопреки существовавшему запрету. Запрет содержится в книге Левит 18.21. Запрет на приношение человеческой жертвы. Поэтому его обет был неправильный. Хотя Дух Божий вдохновил его, правда, на войну, а он тут начинает выступать в роли религиозного какого-то деятеля, и он говорит: «По возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне». Он не имеет в виду, там собака выбежит, там
там курица выбежит. Нет, он имеет в виду именно человека. «Будет Господу, и вознесу сие на всесожжение». То есть он допускает вот эти суеверия. У него, кстати, неправильное представление о том, что вот Хамос дал кому-то такую землю, а Ягве, бог евреев, дал им такую-то. Только Ягве обладает всем миром. Бог, который створил небо и землю. И вот он дает необдуманный обет. «И пришел Иефай к аммонитянам сразиться с ними, и предал их Господь в руки его, и поразил их поражением весьма великим. От Оруера до Минифа 20 городов, и до Авель-Керамима, и смирились аммонитяне пред сынами Израилевыми». Вот для чего Дух Господень сошел на него, а не для того, чтобы он давал необдуманные какие-то обеты. Человек, который дает необдуманный обет, он опасается, что если он его нарушит, то какое-то проклятие ляжет на него. Но человек должен руководствоваться законом Бога. И против Иефая свидетельствует то, что он знает священную историю. Мы с вами прочитали, что он четко знает, с кем евреи воевали в один момент, в другой момент, через какие местности, через какие города они проходили, как им досталась вот эта земля, почему. И далее мы читаем о трагедии Иефая и его дочери после того, как он дал необдуманный обет. «И пришел Иефай в Масифу, в дом свой, и вот дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами. Она была у него только одна, и не было у него еще ни сына, ни дочери». Дочь выходит навстречу, то есть весть о победе Иефая, она уже дошла до этой местности. «Когда он увидел ее», она выходит с тимпанами, ликами, это музыкальные инструменты. «Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал: ах, дочь моя, ты сразила меня», то есть ты убила меня, потому что ему придется убить дочь, а тот, кто убивает своего ребенка, он убивает продолжение самого себя. Он есть самоубийца себе. «Ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего. Я отверз о тебе уста мои пред Господом и не могу отречься». Может он отречься по закону Божию. Как сказано, проклятие, как воробей, вспорхнул и улетел. Если мы руководствуемся Писанием, вопреки своим ложным обетам, даже если они произнесены перед Господом, но они противоречат закону Бога, мы обязаны их нарушить. Она сказала ему, она оказалась очень покорной, смиренной: «Отец мой, ты отверз уста твои пред Господом, делай со мною то, что произнесли уста твои, когда Господь совершил через тебя отомщение врагам твоим, аммонитянам». Мы видим, что она знала об этой победе, поэтому она и вышла навстречу отцу. «И сказала отцу своему: сделай мне только вот что. Отпусти меня на 2 месяца, я пойду, взойду на горы и оплачу девство мое с подругами моими». Что значит девство мое с подругами моими? Что она так и останется девой. И смерть – это ее суженый. Обычно оплакивали девство перед вступлением в брак, а тут вступление в смерть. Смерть как бы ее суженый. «Он сказал: пойди», и отпустил ее на 2 месяца.
Она пошла с подругами своими, оплакивала девство свое в горах. В горах – это открытое пространство, нет посторонних людей. Было с ними там, конечно, все необходимое. И 2 месяца она и ее подруги оплакивали ее девство. По прошествии 2 месяцев она возвратилась к отцу своему. Он совершил над нею обет свой, который дал, и она не познала мужа. А вот тут немножко непонятно. Совершил над ней обет свой. У нее был обет принести во всесожжение. Но есть точка зрения, комментарий в православной Библии толковый, что он поменял свой обет. Он посвятил ее Богу, и он совершил над ней обет свой, который дал, и она не познала мужа. Почему не сказано, и она была сожжена? Он поменял характер обета. Всесожжение – это посвящение Богу. А если он дал обет, она никогда не выйдет замуж, это тоже посвящение Богу. Иначе непонятно, а зачем вот это уточнение, и она не познала мужа. Ну, если она умерла, дева умерла. Ну, понятно, что она не познала мужа. Поэтому это ремис, то есть намек на то, что характер обета был изменен. Все-таки закон Божий возобладал в сердце Ефая. И вошло в обычай у Израиля, что ежегодно дочери Израилевы ходили оплакивать дочь Ефая, галадитянина, 4 дня в году. А почему же они ходили оплакивать? У евреев считалось в древности, сейчас не знаю, как у них, что мертвым является прокаженный, считается прокаженный, а мертвым считается нищий, не потому что он нищий, а потому что он не может давать цедаку, то есть заниматься благотворительностью. И мертвым считается бездетный. Оплакивали то, что она осталась бездетной, она не познала мужа по этому обету, и не было продолжения этого рода, потому что у Ефая, как мы прочитали, не было ни сына, ни дочери, кроме вот одной. Итак, друзья, сегодня мы изучили 11 главу книги Судей Израилевых. Если будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем читать 12 главу этой книги. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. Берегите себя. Спасибо, Христос.